Привет! Привет! Мы на канале Улиса. Сегодня мы открываем комнату Эммы. Набор Lego Friends. Да. У нас уже есть одна девочка из подружек, Андрея. И Нуа. И Нуа, мальчик, ее дружок. Да. А сегодня у нас будет еще девочка Эмма. Интересно, что же будет у нее в комнате? Давай скорее смотреть. Давай. Пакетик. Еще один пакетик. Три пакетика. Три пакетика. Инструкция. Книжечка опять, да? Да. Ой. Ой-ой. Ой. Ну, длинная. Ну, она как книжечка опять. Давай сейчас вот так посмотрим. Во. Сначала соберем Эмму. Да. Эмма у нас вот здесь вот. Давай пока этих уберем, чтобы не мешались. И вот уже, здесь вот делаешь. Я уже нашла детали. Голову приделывай. Не могу, вот уго слишком. Шугом. Ну, давай я попробую. Во. Ножки. Опа. И вот теперь. Оп. Вот такая красотка получилась. Оп. Надо открыть все пакетики. Ножнички. Тут даже есть маленькие ножнички у Лего Фрэнс. Маленькие ножнички у Эммы. Эмма, наверное, какая-нибудь швея, да? Да. Да, вот они маленькие ножнички, малюсенькие. Это будет светильник. Как ты будешь убирать вот эту? Вот эту, да? Вот сюда нужно приделать основание стульчика, вот это сверху. Вот так. И еще вот эту беленькую сюда. Так. А потом розовую. Опа. Вот, стульчик получился. Давай дальше. Дальше нам нужно сделать окно. Окно. Окно с подоконником, даже стекло. Да, вот одно на другую вставляем. Вот так. Опа. И с другой стороны. Опа. Теперь две такие. Оп. Ого, хорошо получается. Вот это теперь правильно. Это подоконник. Теперь бери окошко. Нет, сначала надо в окошко вставить стеклышко. Вау, стеклышко. Вставляется? Да. О, нет, ты разверни вот так наоборот. Да, вот так. Нет, туда, да. Упс. Улетело. Опа. Теперь вот такие сиреневые по бокам. Угу. Оп. Сверху еще. И теперь две вот такие. Это не до конца. Вот так, да? Да. Не-не-не, это рядышком. Две таких. Одна. Вот так. Вот сюда эти, да? Получилось? Это вот так. Хорошо, да? Прижала? Угу. Да, вот видишь, тут окошко, тут будет сейчас цветочки. Горшочек с цветочками. Нет, сначала надо вот эти сделать, вот эти. Вот здесь. Теперь горшочки. Это горшочки? Да.
Где их ставить? Вот здесь? Ну, как хочешь. Один. Вот так. Так, да. Бери вот это как будто земля. Земля? Да, вот это листики. А это цветочек. Подожди, подожди. Значит, ты туда... Нет, все хорошо. Опа! О, видишь, какой у тебя цветочек получился. Красивый. Теперь надо... Ой. Бантики. Бантики, да, вот сюда. Опа! Опа! Через одну. И уже в них потом повтыкать бантики. Такой уже уютненький, уютненькой комнаты, да, получается. Я хочу сделать компик. Да, сейчас нужно сделать компьютерик. А он да. Вот так надо, он даже закрывается. Ух ты, настоящий ноутбук, малюсенький. Опа. Вот эту наклеечку надо приклеить туда. Угу. Опа. С бантиками. Бантики, это она, наверное... Заказывает. Да, заказывает. Какой бантик хочет выбрать. Думает, опа. Сидит. Ну, компьютерик. Вот его на окошку ставь тоже. Теперь будем делать стол. Вот так. А это вот сюда. Опа. Давай ее пока вот так посадим. Пусть она работает за компом. Открой компьютерик. Пока мы тут делаем для нее столик, она будет бантики убирать. Как стол, как украсить комнату свою. Дальше. Да, вот эту. Надо подожди, еще вот так. Вот эту сюда. А шкафчики? Буду шкафчики, а вот эту под низ. Шкафчики. А вот шкафчики, вот в этот вставляются ящики. Держи шкафчик, они вот так раз, открывается, открывается, и туда можно что-нибудь положить. Ткань. Ткань? Да. Ага, правда. Нужно взять одну вот такую, и вот одну оранжевую, и положить их в каждый ящик. Одну сюда, одну туда. К вторая. Малиновая. Теперь надо сделать стойку для ленточек. Вот себе здесь? Да. Оп. И теперь вот на эту серую одевай по очереди. Это катушки, да, с ленточками. Оп. Они тут крутятся. Они крутятся? Угу. Это швейная машинка. Нет, это ленточки. Вот их вот сюда теперь. Но на швейной машинке они держатся. А-а-а, на швейной машинке. Теперь дальше будем делать. Нет, подожди, вот эта катушка ниток, а это ткань. Оп, и сюда ткань. Да, вот так, рядышком. А ножнички вот сюда надо повесить. Так. Опа. Ух ты, здорово, да? Да. Да, вот так. Опа. Опа. Ох. Вот. Это что? Okay.
Это, наверное, переключатель, там швы разные, строчки. Крутится. Вот это сверху одевай. Вот так? Да. Оп. И рядом вот сюда вот эту штучку одевай. А сверху бантик. Это она как будто бантик сшила? Да. Значит, она не выбирает бантик на компьютере, она смотрит, как правильно сшить. Опа. Инструкция. Это рядышком. Вот так. И вот эту сверху вот так. Это сверху. Оп. Во, вот эта конструкция у нас получилась. Она вот так шьет, а так нет. А вот это вот сюда. Это катушка с нитками. Вот, и теперь и на столик приделаем. Вот сюда, да? Во. Ой, катушка забежала. Теперь будем делать мольберт, как будто у ней там план-схема, как что делать. Сначала вот здесь одеваю вот эти маленькие. Сверху? Да. Потом вот, да, вот так правильно. Раз, два. Вот это рядышком. Вот, видишь, как здорово. Теперь наклейка. Теперь, да. Поверни тут. Вот. Не кверх ногами? Нет. Получилось? Ух ты. И вот эти Дом. Штучки сверху, это, наверное, стикеры у нее. Напоминалки. Вот это. Вот. Осталось нам сделать совсем чуть-чуть. Опа. Плафон. Все, готово, что ли? Да. А вон сколько у нас еще лишних деталек. Куда они? Фотоаппарат. Фотоаппарат есть даже? Ну, точно, у меня на столе тут фотоаппарат стоит. А еще у меня запасные ножницы есть. Еще вот бантики. Запасные? Здорово, что так много запасных, да? Давай теперь построим комнатку, как она должна выглядеть. Ноутбук. Ноутбук. Вот окошко. Вот фотоаппарат на окошке. Вот. Стенд. Как правильно шить бантики. Светильник. Да, пусть. Столик еще. И вот Эмма сидит вот так вот и шьет. А тут к ней пришла в гости Андрея. Эмма, привет! Привет! Ну как там твои бантики, готовы? Готовы! Ура! Значит, у нас будет сегодня вечеринка! Будем все в бантиках. Вот это да, сколько у тебя много бантиков. Ура! Это швейная машинка все сшила. Здорово! У тебя такая уютная комната. Угу. Класс! О, ты все правильно сшила? Да. Ну, молодец. Ребята, ставьте лайк. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Пока-пока. Пока. 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 Прям такая уютненькая была. Мне понравилось это.